Тише! Ребята, у меня для вас важная информация. Я хочу посодействовать, так сказать, нашим органам в удушении коррупционного змея. Чего? Хочу взяточника сдать. Какого? В смысле, кого? Ректора театрального университета и всю его приемную комиссию. Понятно. Опять не поступило, да? Какой это уже? 13-й раз? Филиппова, может, ты им что-то не то на экзамене показывала, а? Что я там только не показывала? Ты давай без этих подробностей. Не, ну я думала, что просто там каждая деталь важна. Слушай, а что ты там хоть играла? Шушу, классику. Прям на экзамене классику? Да не, это я играла, как ее, Монтекки, Капулетти. Ага, а ты, значит, проститутка. Чего сразу проститутки? Я, между прочим, к вам, как нормальным людям пришла. Да? Филиппова, ну ты ж знаешь, что Джульетта – это 16-летняя девочка, невинная девочка. Ну? А ты? Ты минимум в 2,5 раза старше и в 2,5 миллиона раз опытнее. Это я понимаю, но почему-то Елена Степановна, 45-летняя Джульетта, поступила. Филиппова, мы тебя на прошлой неделе с негром взяли. Тебе надо было эту, как его, Дездемону репетировать. А мы, между прочим, все мы и репетировали, пока вы не зашли, не заломали его заслуженного артиста Кенни, а? Да кто знал. Вот пока вы здесь сидите и бездействуете, там процветает коррупция. Ладно, поехали. Будем брать коррупционера. Брать будем на живца. Ты, Филиппова, живец. Иначе тебе... Поняла. Вот сколько раз зарекался с проститутками не связываться. Филиппова, вот что ты ему не отдала меченые купюры, а? Я же ему сказала, если вы меня не примете, то я вас ментам сдам. И он меня принял. Я сразу вот поступила на 3-й курс. Так что, ребяточки, мои синенькие полоночки, я вас так люблю. Вы такие мне хорошие. Филиппова, если ты еще раз заявишься в эту дверь, я тебе обещаю, мы всем отделением с тобой будем репетировать Калигулу. Давай, а что, когда? Филиппова, пошла вон отсюда! Слушай, ну, с Калигулой это ты загнул. Ты просто вчера смотрел. Чем закончилось? Наши победили.